Ну что, дорогие друзья, сегодня тушим пукан от World of Tanks, смотря приколы World of Tanks. Вот, годненькая нарезочка подъехала от Артяшки на его втором канале. Почему годненькая? Ну потому что все, что мы смотрели до этого, было отлично, поэтому я уверен, что здесь будет хорошо. Уже авансируем лайкосик, ребят. Однозначно, как бы, рекомендую вам запасаться вкусняхами, едой, там, чаёхой. 10 минут годнейшего контента, и плюс он свеженький. Выпуск буквально вчера там вышел, 18 сентября. Вот, поэтому, ребзи, уже можете авансировать лайкосик. Погнали, посмотрим, кайфанем. Вот, и поднимем настроение себе. Типичный я сегодня на Т-42. Нихера, просто зарандомил. Охренеть. Неплохо, неплохо. Сложные арифметические вычисления. Ягу? Нифига себе, так по Яге еще кто-то будет, что там попадал. А, добрый день. Опять с поджогом? Не понял. Это бан! Хорош, хорош, хорош. Поставил на место коричневого засранца. Ля, есть пятый, ля, красавец. Говно танк, конечно, ну. Но зато советский. Не понял. Ни херовенько так, ребят, с маскировкой в игре, это нормально все. Неплохо, неплохо, ребят. Дэйч? А все, уже все, надо было раньше. Замаскировался. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Нормальный такой дудос. Ах, можно было в бубаху так как сладенько закинуть, да? На косарик. Выйдите. Выйди отсюда, разбийник. На дно! 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 Помните этот момент из Пирата Карибского моря? И этого он хочет столкнуть? А каким образом? Нихера себе. Охренеть. Я думал, ему веса не хватит его вытолкнуть. Ля, Камерунец, что творит? Просто пацаны на прогиб взял. Тупо один прогиб, и ты Хабиб. Ля, душит, душит, душит. Бля, бедолага. Попал под горячую руку. Вообще не попадает, вообще не попадает, чувак. Не понял. Наша игра, ребят. А что по текстурам, ребят? Братва, что по текстурам? HD-карты, говорят, завезли, да? World of Tanks теперь 1.0 патч гораздо лучше, да? Игра хорошая и графика интересная, ребят. Что? Невидимая стена? Охренеть, это что было? Это типа невидимая стена, пацаны, да? Охренеть. Нормально так покатался. Поиграл. Лоурайдер, пацаны. Тупо качает. Как живой, нахуй, не живой, бля, пизди. Это, знаете, он его тронул, и он считается, как вот эта собачка в машине, которая, типа, Дэнни, она... Чего? What the fuck? Это маскировка, ребят, дополнительная. А, все, заглох? Ручник
Дернул, бля, ручник дернул, пацаны. Так нельзя. Так вот. Бля, тупо на ручнике, пацаны. Честное слово, все будет хорошо. Как же у него горит. Тупо пацаны с ручника не снялся, но бывает. Это бан! Не? Рука во мне. Нимба! Гасик нимба! Нет! Два быка подряд, пса. Ну, он бы там и с пробитием, я думаю, их забирал, но... Шит, да? Ля исполняет молодой. 6600 даги, ребят. 6600 даги, просто 4 выстрела, как бы, понимаю, да? Это банти шо? Да? Просто через башню 704-й фугасом поджег? Просто через башку поджег, под движку кинул. Фугас, пацаны, слабый снаряд, говорили они. Фугас, нифа, говорили они. Охренеть. Бам! Разработчикам за такие замечательные снаряды. О, привет! Ярый, баджок, потик, ярый! Все? Наигрался? Сейчас, походу, и совзодный приедет, ляжет там, да? Да ладно, попадет? А. Ну ладно. Мое уважение. Не сдался, слушай, не сдался. Не сдался, красавчик. Я бы уже, честно говоря, в ангар бы вышел нахрен, да и все. Симпатичный, да, 30-й в новом камуфляже, ребят. Чё-то КД у него какое-то долговатое. Да, тут... А как? А где там прострел? Чего, блядь? А где там прострел-то был? Как ты, камерунская морда, ля, чё исполнил? Тормози, мать твою! Ярик водила, ребят. Просто Ярик водила. Бля, так радиостанция не считается закрыта, это хуйня какая-то. Окей. Нерью порешал, бля. Нерью чисто понял, точку поставил в этом споре. Музычка сейчас кочевая. Так это что, бан? Это бан будет, чешо, ребят? Бан. Это бан, блядь! Что там по броне? Это гибан, бля, я ванганул. Это бан, бля. Шо? Кого? Кто дурак? Кто нахрен пошел? Чисто с подсраки этот пукнул снарядом ЕСО, понял? Ля бан, пацаны, поймал, не? Не, нихуя. Прась.
Мразь! World of Tanks. Наша игра. Блин, годненько, честно. Честно сказать, годненько было. Друзья, если вам тоже понравился ролик, если вы кайфанули, если отлично провели время, как бы, ну, целых 10 минут, как бы. Вот, поэтому прожимайте лучинские, братва. Не ленитесь прожимать большие пальцы вверх. Чем больше будет их пальцев вверх, тем больше реакций. И обязательно подписывайтесь на канал. Многие смотрят без подписки, и это очень обидно. Вот, поэтому, ребят, подписывайтесь, не ленитесь. Это буквально 2 секунды вашего времени. Спасибо за внимание. Б-б.